На новогодние выходные авиаперелеты из Уфы подорожали в среднем на 30%. Эксперты туристической отрасли предупредили российских перевозчиков о повышении цен на авиабилеты по внутренним и зарубежным направлениям на Новый год из-за повышенного спроса. Так, по данным сервиса Aviasales, минимальная стоимость билетов из Уфы в Москву и обратно с 30 декабря по 2 января составляет 6505 рублей. Перелет в Сочи и обратно на эти же даты стоит 9072 рубля. Самый дешевый билет в Санкт-Петербург и обратно 10790 рублей. Также подорожали билеты регулярных рейсов на зарубежные направления из Уфы в Стамбул и обратно. Эти билеты стоят 16 358 рублей минимум. И в Дубай и обратно 34 763 рубля. Ранее представители авиаотрасли предупреждали о подорожании билетов на перелеты из-за увеличения стоимости топлива. Кроме того, платежи по лизингу и за оборудование, прежде всего по импорту, растут вместе с курсом доллара и евро к рублю.